Ничто так не украсит ваш праздничный стол, как петарда в оливье. Пришло время для дельных советов, и у нас всегда есть что вам предложить. Икота. Это судорожное сокращение диафрагмы, вызывающее сильный вдох с характерным звуком. Неприятно, что и говорить. Итак, что делать? Можно без суфлера. Прежде всего, для избавления от икоты нужно уменьшить давление на блуждающий нерв в пищеводном отверстии диафрагмы. Существует несколько способов разной степени сложности. Итак, способ первый – вода и еда. Выбрось. Можно выпить несколько глотков холодной или подслащенной воды, проглотить маленький кубик льда или ломтик лимона, а также прожевать и съесть чайную ложку сахарного песка в сухом виде. Если не поможет, повторить еще 2-3 раза с 2-минутным интервалом. Ну что, не помогает? Тогда способ второй – дыхание. Не сейчас. Один вариант – сделать основательный вдох и задержать дыхание. Второй – перейти на глубокое, медленное дыхание. Третий – откинуть голову назад. Задержать дыхание и сосчитать до 10. После этого проворно выдохнуть и глотнуть стакан воды. Ну что же, перейдем к способу третьему. Поза и движение. Да что ты! Иногда довольно выпрямиться и потянуться. Есть парный способ. Он содержится в том, что икающий закладывает руки за спину, сцепляет ладони в замок и пытается его растянуть. Одновременно он пьет воду, которую держит перед ним напарник. Способ четвертый – микростресс. Его можно побудить шуточным испугом страдающего от икоты. А можно его собственная попытка чихнуть во время этой самой икоты. Если раньше бессонница была уделом пожилых людей, то сейчас ею страдают и в среднем, и более того, в молодом возрасте. Основной причиной специалисты считают постоянные стрессы. Джентльмен, ложась спать, постоянно считает о проблемах на своей работе. Нервная организация никак не может расслабиться, и дрема не наступает. Недавно ученые выявили еще одну причину нарушений сна – это мобильные телефоны. Оказывается, их излучение меняет структуру сна и тем самым вызывает бессонницу. Поэтому только стоит отказаться от постоянной нужды звонить, как человек тут же засыпает. Вот так. Если вы хотели совершить великое открытие, но не знаете как, обращайтесь к нам. Мы вам поможем. Способ гарантированный. Возьмите конверт, положите в него купюру на крупную сумму и отправьте его нам. Именно так мы помогли Сократу, Дарвину и Менделееву. С вами был Евгений Дучак. И запомните, дельные советы вы можете услышать только от нас. Пока. Ну все, пошутили, хватит. Отдай деньги. Эй, отдай!